Здравствуйте, меня зовут Максим Анатольевич, и сегодня мы поговорим о том, что такое прикладная математика и чем занимаются специалисты, окончившие кафедру высшей математики в нашем институте. И первый и самый главный вопрос, я хотел бы взять небольшую паузу и поподробнее рассказать о том, что же такое прикладная математика, для чего она нужна и чем вообще представлена эта наука. Отношения с математикой у многих из нас складывались не самым лучшим образом, и разнообразный уровень поступающих очень часто говорит о том, что к математике в школах очень сложное отношение. Тем не менее, математика сама по себе, и я постараюсь вам сегодня это объяснить, это не что иное, как продолжение здравого смысла. То есть это элементарная логика, приложенная снова и снова к событиям и фактам окружающего нас мира. Прикладная математика сама по себе — это совокупность дисциплин, включающих в себя направления математики как науки, то есть абстрактной математики, направленная на решение задач за пределами математики. Это немного неофициальное определение, но оно наиболее четко позволяет понять, чем же, собственно, занимаются специалисты с таким образованием. То есть в прикладную математику входят задачи расчета физических моделей, обработки изображений, решения задач оптимизации, решения задач, связанных со структурами данных, построение алгоритмов обработки данных и оптимизация этих самых алгоритмов. Математика как здравый смысл должна наталкивать нас на мысли о том, что сама область этого знания больше связана с логикой, чем с формулами, к которым мы привыкли. На изображении у нас простейший пример. Если мы возьмем каких-то 4 объекта и повторим их 3 раза, у нас получится 12 объектов, и это не зависит от типа выбранного объекта, то есть это грузовики, яблоки и кубики в нашем примере, и не зависит от того, взяли мы 4 объекта 3 раза или 3 объекта повторили подряд 4 раза. Этот простейший пример должен вам показать, что обычная логика во многом повторяет правила математики, выраженные формулами. Например, 3 умножить на 4 равно 4 умножить на 3. Это правило мы все знаем, и оно достаточно очевидно, и оно действительно встречается в повседневной жизни. То есть, когда вы считаете сдачу на кассе или когда вы пытаетесь посчитать количество конфет в коробке, вы всегда видите, что 4 повторенные 3 раза — это то же самое, что 3 повторенные 4 раза. И это самый базовый пример. К сожалению, не все правила такие очевидные. Существуют более сложные правила. Например, всем известное со школы нам правило «минус на минус дает плюс». То есть почему именно минус 1 повторенный минус 1 раз дает плюс 1, немногие из нас задумываются, и это на самом деле большой недостаток. Тем не менее, и сам этот факт не кажется таким очевидным, как 4 на 3 равно 3 на 4 или 2 на 2 равно 4. То есть простейшая арифметика, она начинается с чего-то очень простого, с простых целых объектов, и неожиданно появляются такие правила, которые, казалось бы, взяты откуда-то с потолка, про которые нам говорят в формулах. Иногда мы об этом даже не задумываемся, но все эти формулы, все правила, выраженные формулами, все равно являются продолжением простейшей логики. И задача математики, то есть почему на самом деле минус 1 на минус 1 дает положительное число, ответ очень простой, как и на все на самом деле теоремы математики, потому что иначе не может быть. И такой простой ответ, под ним, естественно, есть доказательства, но задача математика как ученого и прикладного математика в частности, это в первую очередь ответить на вопрос, а почему иначе не может быть? В процессе ответа на этот вопрос мы сталкиваемся с самыми разными областями повседневной жизни и применяем в них простейшую логику. И в одном случае, в случае простой математики, простой логики, нам абсолютно понятно, почему иначе не может быть, почему, потратив определенное количество денег, нам должны дать именно столько сдачи, как прикинуть, сколько именно нам готовить закусок на Новый год. Казалось бы, такие житейские примеры, и они никогда не ассоциируются с математикой.
Когда вы на майские праздники несколько месяцев назад нанизывали мясо на шампуры, вы ни в коем случае не задумывали, что вы производите какое-то сложное математическое действие, которое связано с расчетом и оценкой центра масс получившейся конструкции, чтобы она не перевернулась у вас на мангале и прожарилась равномерно. Тем не менее, именно этим вы и заняты. И прикладная математика как наука страдает от того, что люди, делая на самом деле такие умозаключения, почему-то проводят очень четкую линию. То есть слева от нее у вас как бы житейский опыт и простая мудрость, а справа от нее сложнейшие формулы, которые вгоняют вас в тоску, и вы не понимаете о том, что там происходит. Например, вот в примере с сложением вычитанием одинаковые принципы применяются и при, опять же, расчетах каких-то, и при подсчете счетных палочек и чего угодно, и точно такие же расчеты применяются при расчете транспортных и грузовых потоков. Сколько грузовиков проедет по дороге, это те же самые целые объекты, как те же самые яблоки или кубики из предыдущего примера. Просто это называется более сложным словом, менее понятным словом, но, я вас уверяю, более точным словом. То есть основная причина, по которой мы вводим в обиход формулы и термины и сложные определения, которые нас пугают, это в первую очередь для того, чтобы за максимально сжатое количество слов передать нашему собеседнику максимально точное определение ситуации. То есть это может быть неважно, когда я сижу перед вами или вы сидите перед своими друзьями и пытаетесь им рассказать какую-то вещь, какой-то термин, объяснить сюжет фильма или пересказать книгу, или объяснить им, сколько картошки им нужно сегодня купить. Вы не используете термин, у вас есть сколько угодно времени. Вы передаете им словами так, как хотите передать. Пытаетесь объяснить одну и ту же сущность снова и снова и снова, пока не поймете, что собеседник вас полностью понял. Тем не менее, в мире информатики, то есть в мире программирования в частности и в мире научном в целом, у вас нет возможности писать снова и снова разными словами, поэтому и появляются термины, которые вас пугают. Но тем не менее, грузовики, которые проедут по дороге, если их проехало 10, их не станет от этого 9, от того, что вы назвали этот процесс подсчета машин и грузопотоков и там, пассажиропотоков, например. Это не станет чем-то другим, эта цифра не поменяется. Все вот эти более квалифицированные слова — это просто люди, которые разобрались в терминологии. От этого они умнее, имею в виду вот эти слова, не стали. И меньше, значит, они от этого тоже не стали. Моделирование физических систем, которые вы проводите, опять же, при жарке мяса, точно такое же моделирование, только при помощи компьютера, применяется для расчета пассивной безопасности вашего автомобиля. То есть в каких местах он, соответственно, сожмется, в каких местах он разрушится, куда он распределит свою кинетическую энергию, как именно будет двигаться разные части автомобиля друг относительно друга в случае аварии под разными углами. А вариантов может быть очень много, поэтому все это перебирает компьютер. Тем не менее, сама база, само базовое понимание того, что происходит, оно не меняется. И когда вы вечером задумываетесь, сколько вам нужно приготовить на следующий день и как вы вообще спланируете всю следующую неделю, вы решаете гораздо более серьезную оптимизационную задачу. Вы решаете ту же самую задачу, которую решает небезызвестный алгоритм видеохостинга YouTube, когда предлагает вам смотреть различные видео после вашего. Ну, подбирает вам выборку рекомендуемых видео. То есть, по сути, эти задачи одинаковые, инструменты, применяемые для их решения, одинаковые. Меняются только слова и уровень сложности этих задач. И прикладная математика — это, по большому счету, наука о том, как применять математические инструменты, то есть вот это простейшее сложение, вычитание и здравый смысл в первую очередь, для решения сложных инженерных и технических задач. Сам процесс решения задачи при помощи прикладной математики сформулирован еще во времена Ньютона и состоит из 5 базовых шагов. Первое — это провести наблюдение и собрать информацию. Например, когда я вас прошу, какой бы еще пример придумать.
найти книгу в библиотеке. Первое, что вы делаете, это вы проводите наблюдение. Вы смотрите, что это за библиотека, какие там карточки используются. Может быть, кто-то из вас уже и не знает, как пользоваться библиотеками, но там есть система, то есть там есть шкафчики, в которых есть определенные карточки книг, и на каждой из этих карточек книг написано, на какой полке хранится эта книга. Таким образом, вам не нужно ходить вокруг полок, вам достаточно перебрать краткий список, краткую таблицу. Вы, соответственно, собираете эту информацию. Далее вы строите математическую модель. То есть вы строите, как вы в голове для себя будете оперировать этими объектами. Здесь требуется определенный уровень абстракции. То есть мы должны уйти от яблок, грузовиков и прочих сущностей, перейти в область чисел, то есть 1, 2, 3, 4. В данном случае вы говорите, что перед вами не какой-то набор пыльных карточек в библиотеке, а перед вами таблица. Таблица, адресная таблица в первом столбце или база данных, в первом столбце которой относится имя книги, во второй ее, собственно, адрес. Естественно, карточки устроены более сложно, но мы сейчас по упрощенной схеме пойдем. Далее вы разрабатываете инструмент, решающий эту задачу в области чистой математики. Вы предлагаете алгоритм, где последовательность шагов, как прийти к результату, как найти книгу конкретную. Вы говорите, нужно перебирать все карточки, начиная с буквы М, потому что название книги начинается на букву М. Перебирать как? По одной или по алфавиту, или через 10 смотреть и смотреть, когда сменится вторая буква. Как найти эту границу, где сменяется вторая буква алфавита в картотеке. То есть вы формулируете четкий алгоритм. Причем он должен быть настолько детальный, чтобы компьютер с ним справился. Собственно, в этом и цель — реализовать это все в программе, чтобы с ней справился компьютер. Далее вы решаете эту задачу. То есть у вас есть программа или алгоритм работы, и вы применяете ее, ищете конкретную нужную вам книгу. Преимущество этого подхода заключается в том, что вашему алгоритму не важно, какая именно книга ищется. Вы только что написали программу для поиска записей в базе данных, простейшую программу для поиска записей в базе данных. И вы проверяете это решение, то есть вы запускаете программу на вашей конкретной книге, может быть, вы еще несколько книг захотите таким образом найти и убедиться, что каждая из найденных книг соответствует запрошенной книге. И таким образом проходите все 5 шагов. И здесь возникает самая сложная и самая важная часть работы прикладного математика. Это ответить на вопрос, почему иначе не может быть. То есть существуют ли какие-то альтернативы. И в этот момент вы должны проверить все свое решение, все свои шаги на правильность и адекватность. То есть то, что ваши числа транслируются в нормальные целые грузовики и целые яблоки. И про это даже есть шутка в советском мультике про полтора землекопа. То есть когда у вас появляется такой подозрительный ответ, вы в первую очередь, как настоящий инженер и специалист, должны забить тревогу. То есть в этом заключается сложность вашей работы, сложность как ученого, как математика. И пока что все, что я перечислял, все это концентрируется в целом как бы именно в логике и в здравом смысле. И я сталкиваюсь с тем, что многие люди говорят мне, а зачем учиться на прикладного математика? Ведь я буду учиться на программиста или я буду учиться на художника. И все вот эти базовые знания, логики, и так ко мне придут. Они и так мне станут понятны. И здесь я люблю проводить альтернативу с мастером. Мастером на все руки, который владеет инструментами. У него на поясе висят молоток, отвертка, шуруповерт. Он знает, как этими инструментами пользоваться. Конечно, есть мастера, которые не знают, например, как пользоваться молотком. Отверткой они, в принципе, тоже могут забить гвоздь. Но это является не оптимальным решением. И в первую очередь задача математика — это знать и уметь, как пользоваться инструментами. То есть математик — это, по сути, хороший мастер, который знает, что шуруп нужно закручивать шуруповертом, что-то делать молотком, что-то делать плоскогубцами, а что-то специальными другими инструментами. И разнообразие таких инструментов очень велико. То есть и в распоряжении математика есть целая куча инструментов, незнакомых другим специальностям, и в других специальностях есть куча инструментов, незнакомым математикам, но которыми очень важно пользоваться. Очень важно использовать правильный инструмент для правильной задачи. И
именно задача построения таких инструментов, то есть разработки новых методов, способов и алгоритмов, создание новых шуруповертов или других сложных установок, например, литографии для создания чипов или создания 3D-принтеров каких-то сложных. Это в том числе, по аналогии, и есть задача прикладного математика. То есть методология должна в первую очередь соблюдаться. Здесь тоже есть ряд недопониманий, которые возникают. То есть является ли математика и прикладная математика инструментом, при помощи которого решаются задачи, или непосредственно самой областью специализации? То есть когда вы вызываете мастера забить вам гвоздь, вы, наверное, ваша первая задача именно забить гвоздь. Вам не важно, он забьет его отверткой или книгой, или рукой будет вкручивать его в стену. Ваша задача решить поставленную проблему. Ваша задача вбить этот гвоздь. И, казалось бы, математик как таковой, как специалист по шуруповертам, иногда не может быть отдельной специальностью. То есть вот зачем конкретно кому-то специализироваться в том, чтобы разрабатывать шуруповерты, когда вот задача не разработать шуруповерт, задача вкрутить шуруп. И здесь хочу сказать, что сфера знаний действительно огромна, и у человека есть ограниченное время и ограниченные ресурсы для того, чтобы стать в ней экспертом. И разрабатывать сложные инструменты, математические инструменты, как и сложные технические инструменты, как те же станки для литографии или 3D-принтеры, они, может быть, используются всего один раз. Может быть, вы даже не знали, что такое станок для литографии, может быть, вы никогда его в жизни не увидите. Но есть люди, которые специализируются исключительно на нем. И исключительно благодаря этому станку у вас есть такая вещь, как фотоаппараты, телевизоры и мобильные телефоны, потому что только станки для литографии позволяют на кремнии начертить схему будущего процессора и его в кремнии реализовать. То есть эти инструменты, находящиеся под капотом, зачастую, хоть о них очень мало известно, зачастую определяют облик окружающего нас мира. Например, самый известный инструмент в прикладной математике, который там изучается уже сразу же на первых-вторых курсах, это преобразование Фурье, незнаком простому обывателю. Тем не менее, он используется при сжатии изображений, при сжатии видео, при обработке звука, при обработке этого самого видео, для анализа текстов в интернете, для поиска текстов в интернете, для сжатия архивов, для расчета тепловыделения в вашем телефоне. Он позволяет инженерам, создающим компьютеры, телефоны и ноутбуки, вообще рассчитать, как будет распределяться прочность этого устройства, чтобы он не сломался при падении, и как будет растекаться тепло внутри этого устройства. И несмотря на то, что это такой очевидный инструмент, как бы он все равно находится достаточно в тени. То есть немногие знают, как им пользоваться. Несмотря на то, что про телефоны все знают все, а вот про, к сожалению, нет. И здесь я сразу хочу рассказать про мифы о математике. То есть мы потихоньку двигаемся. То есть моя основная задача здесь в первую очередь дать вам понять, чем занимается математика, что это вообще за специальность. Мы обязательно поговорим о процессе обучения и о конкретных знаниях. И мифы о математике первые — это что математика — это что-то далекое от реальности, это что-то сложное, абстрактное и связанное с большим количеством формул. Возможно, это действительно так, но формулы как таковые, они появились относительно недавно. То есть вам кажется, что математика всегда была про иксы, игреки и их связь между собой путем различных выражений, но это не так. Сам способ записи задач или квадратных уравнений при помощи формул появился всего 300 или 400 лет назад, то есть на этом рубеже между 400 и 300 годами до текущего момента. Все остальное время у нас все еще была математика. У нас были древние математики, очень известные. Вы наверняка слышали про древнегреческих философов и про знаменитую теорему Пифагора, которая тоже не могла появиться без математики. Тем не менее, формул тогда не было. Дело в том, что сами по себе формулы — это не
не сама суть математики, это именно способ выражения, это язык, на котором она написана. И это язык относительно новый, как раз связанный с тем, что пришлось изобретать новые сжатые способы передачи информации, более точные, более четкие, с различными индексами и обозначениями. И раньше все задачи математики записывались именно словами, то есть простым человеческим текстом. Это были в первую очередь логические задачи. Одно из известных применений, то есть приложений, такой примера по прикладной математике, я его взял из книги «Любовь и математика», очень рекомендую к прочтению, приписывается венгерскую математику Абрахаму Вальду. И он рассматривал задачу, которая возникла во время и в начале Второй мировой войны. Именно тогда, кстати, и был основной бум развития математики, к счастью или к сожалению. И задача была в распределении защитных слоев по корпусу самолета. Это было в Великобритании. То есть, грубо говоря, необходимо было установить стальные пластины, которые бы защищали самолеты от того, чтобы их сбили. И при изучении, куда необходимо наклеить пластину, вот вы видите типовую картинку, она гуляет по интернету. Это пример, опять же, из той же книги, то есть нереальная схема. Реальная схема выглядела немножко иначе. Тем не менее, суть уловлена верно. Задача ставилась для математиков и инженеров того времени рассчитать, куда необходимо навесить стальные пластины. Естественно, навесить их по всему корпусу самолета не представлялось возможным. Чем больше вы вешаете, тем тяжелее самолету взлетать. Соответственно, было какое-то определенное количество, которое можно налепить туда для защиты, но такое, что самолет все еще взлетит. И задача математика была узнать, куда именно лепить. Вы, каждый из вас, может посмотреть на эту картинку и решить, куда бы он добавил дополнительную защиту. Тем не менее, здесь мы видим как раз классическую задачу прикладной математики, связанную с теорией вероятности. И Абрахам Вальд на самом деле предположил, что теория вероятности говорит нам о нормальном распределении, то есть о равномерном распределении выстрела в данном случае по телу самолета. И лепить защиту, то есть прикреплять дополнительные стальные листы, нужно не туда, куда, собственно, было произведено наибольшее количество попаданий, а туда, куда было произведено наименьшее количество попаданий. Потому что, очевидно, попадали во все места самолета, но с этими попаданиями самолеты смогли вернуться обратно, а с другими типами повреждений они не смогли вернуться. То есть именно нужно спасать не те самолеты, которые вернулись, делая их повреждения еще меньше и безобиднее, нужно спасать те самолеты, которые не вернулись. И это контринтуитивное заключение как раз и было результатом работы математика. То есть это простой пример о работе прикладного математика, соответственно, в тот период времени. И, как видите, он не включает в себя формул, он не включает в себя сложность. Естественно, там есть полноценные отчеты, полноценные формулы, но идея все равно остается такой. И не всегда мы сталкиваемся с такими проблемами. Иногда действительно требуется очень большое количество формул. Об этом мы поговорим чуть позже. И второй миф, который я бы хотел обсудить, это узкая специализация прикладного математика как специалиста. И, к сожалению, или к счастью для нас, и, к сожалению, для окружающих, это тоже неправда. То есть прикладная математика — это набор инструментов, это логика, которая применяется к различным сферам жизни. И, соответственно, применяется она к самым разным сферам. Конкретно наши выпускники работают и в сфере биомедицины, и для разработки новых лекарств, и в сфере экономики, которую мы сейчас обсудим, и, естественно, в сфере физических процессов, и самое главное, что вас, скорее всего, интересует, естественно, в сфере программирования и IT-решений. Каждый решает для себя наиболее привлекательную сферу деятельности. Примеры по каждой из сфер и задач, которые решают наши выпускники и где они их решают, в конце презентации обязательно остановимся на этом. А сейчас я хочу вам привести дополнительно примеры из
которые бы продемонстрировали, как выглядит работа математика применительно к экономике. То есть мы поговорили про самолеты. Вот вам два примера. Первый — это рынок акций. Достаточно классический пример для математика. То есть это, кто чуть-чуть знаком с этой областью, сразу же это первый пример, который приходит в голову. Это, собственно, решение, когда покупать и продавать акции. Соответственно, это тесно связано с теорией вероятности, нужно и с математической статистикой, нужно определить функцию выигрыша, перевести это в абстрактную область, то есть нам нужно сделать оптимизацию нашей функции выигрыша. Решение задачи математики во многом называется словом оптимизация чего-либо, в данном случае денег. Мы оптимизируем деньги, это наше любимое занятие. Иногда мы оптимизируем трудозатраты, это менее любимое занятие. Иногда мы оптимизируем просто функцию, это самое нелюбимое занятие. Никто не любит оптимизировать функцию, а вот оптимизировать доллары — это очень интересно. То есть мы определяем, как мы оцениваем наш выигрыш на фондовом рынке, определяем математическую модель фондового рынка, то есть те самые сложные формулы, по которым двигаются, по нашему представлению, случайные процессы цен акций, и выбираем наиболее оптимальную стратегию на этом рынке. Более того, вот и этот пример, и следующий пример — это оба примера, которые мы реально разбираем в рамках процесса обучения на нашей кафедре. То есть третьекурсники занимаются решением двух таких задач. Более того, часть наших выпускников в итоге поработала на Московской бирже для написания торговых программ. Ну, правда, сейчас уже это не такая веселая работа, в смысле позиций там не так много, но тем не менее все еще очень востребованная. И пример номер два — это выпуск нового телефона. Казалось бы, какое отношение это имеет к математике, но именно прикладывая математику к простым задачам из повседневной жизни, мы получаем результаты, которые во многом повторяют реальность, то есть объясняют ее. Задача математики, в первую очередь, объяснить реальность. И в то же время они позволяют нам говорить, что модель работающая, и мы можем ее применить к другим устройствам. И задача математика, или как его называют, аналитика в бизнесе, это в первую очередь определить доли рынка, определить целевую аудиторию для товара, в данном случае для телефона, и сформулировать теорию, математическую теорию, каким образом параметры этого устройства влияют на количество денег, которое получит фирма. Соответственно, каждый параметр имеет какую-то цену в рублях. Новый экран стоит определенное количество денег, более мощный процессор стоит определенное количество денег. И все это в итоге сводится к одному показателю, к деньгам. И определяя матрицу потребностей среднего покупателя, можно предсказать, как именно, сколько именно продастся телефонов того или иного вида. Естественно, реальная математическая модель гораздо более сложная, потому что нужно учитывать конкурентов и существующие модели на рынке. Но, тем не менее, разрабатывая эту модель и осуществляя поиск оптимума с точки зрения бизнеса, перед нами есть печальный пример фирмы OnePlus, которая на протяжении 5 лет все больше переходила на сторону зла, на сторону следования сухим формулам и выкладкам математики по оптимизации своего бизнеса, и тем самым существенно снизила на протяжении этих 5 лет и свою клиентскую базу, и привлекательность своих телефонов. Тем не менее, разобравшись в этой модели, а мы еще раз на занятиях разбираем эту конкретно модель, мы видим, что это снижение было не более чем неизбежностью. То есть не существовало никакого другого сценария развития. И эта же проблема преследует многие другие выборы, выводы и так далее. Оценивая китайские товары на AliExpress, или оценивая рынок ноутбуков или современных автомобилей, видя неудачное решение, когда вы покупаете какой-то товар или телевизор и видите, что вот что стоило сюда добавить еще один разъем, что стоило сюда добавить еще одну функцию или убрать эту неудачную функцию, или вот постоянно ломающийся элемент, почему конструктора не подумали над этим ломающимся элементом, и разбирая эту задачу с точки зрения
математики и моделирования бизнес-процессов, вы начинаете понимать и осознанно отвечать себе, что там сидят не глупые люди. Если это пластиковая, это абстрактная пластиковая деталь, которая постоянно ломается, настолько часто, что у нее есть там замены на Алиэкспрессе, покупаются пачками, вы должны понимать, что это не более чем неизбежность. Значит, стоимость поправить эту запчасть была выше, чем потенциальная прибыль от потенциальной потери от неисправной запчасти. То есть экономика — это яркий пример отсутствия узкой специализации у прикладной математики. Ну, естественно, перед тем, как мы начнем говорить, что, собственно, умеет и что это, собственно, за специальность прикладного математика, мы должны поговорить о том, что действительно вас ждет, то есть о том, что действительно правда в области прикладной математики. И первая часть о том, что правда, это огромная доля мыслительного и творческого труда. То есть в первую очередь задача математика не найти конкретное решение задачи, а доказать, что это решение задачи, которую он нашел, что этот сценарий развития фирмы на рынке, или что это решение по изменению конструкции устройства автомобиля, или что этот новая модель ноутбука, или что это что-нибудь еще является решением, оно должно являться единственным решением и оптимальным решением. То есть этот математик должен ответить на вопрос, а что, если предположения неверны? Почему иначе не может быть? Почему то решение, к которому он пришел, это действительно неизбежность? Здесь, кстати, есть контрпримеры, когда долгое время задачи решались неправильно, и в итоге оказывалось, что есть все-таки другой вариант. И какой-нибудь математик его открывал, и это производило целый бум в разных сферах. Наиболее вам близкий и понятный пример, это приведший к появлению такой специальности, как Data Scientist, это, собственно, появление нейронных систем с глубоким обучением. Дело в том, что нейронные сети сами по себе, сверточные нейронные сети, искусственные нейронные сети, появились очень давно, они появились в 60-х годах и использовались даже для решения каких-то задач. Более того, в 80-х годах было признано, что это как бы достаточно тупиковая ветка развития, и нейронные сети выродились в другой инструмент, так называемые линейные классификаторы. И долгое время использовалось так. Потому что считалось, что невозможно обучить нейронную сеть решать когнитивно сложные функции и задачи без того, чтобы человеку самому себе, объяснить, как это работает. И здесь это как раз тот случай, когда оказалось, что это неправильный вывод, что нет такого закона в мире или в природе, или в логике, то есть логически это не вывести. Не существует такого правила, что нельзя заставить штуку работать умнее, чем ты. Оказалось, что можно. Настолько можно, что сейчас это очень востребованная профессия, и, опять же, применение этого инструмента огромное. И снова на него накинулись математики, которые начали развивать и способы оптимизации, опять же, в данном случае вычислительной, способы оптимизации денег с использованием этих нейронных сетей и так далее. Вторая правда, которую я хочу сказать, это количество формул. То есть формулы — это язык математики, от этого никуда не денешься. Правда, что их много, правда, что они сложные. Но что неправда, это то, что они сложные в части понимания. Это язык, на котором вам автор хотел что-то сказать. И чаще всего любой, даже самые сложные физические тезисы, самая сложная теория относительности Альберта Эйнштейна или самая сложная теория нейронных сетей может быть объяснена простыми терминами, а формулы — это просто выражение этих простых терминов. И основной навык, который необходим будет приобрести в процессе обучения прикладной математики и математики в целом, это умение читать формулу, сложную формулу, и видеть простое предложение, которое хотел вам сказать этот человек. Вы уже видели, наверное, сложные формулы, и обязательно вы их увидите на первом курсе. Высшая математика, поскольку это базовый набор инструментов, он как бы присутствует во всех специальностях, только мы его изучаем настолько глубоко, но он присутствует во всех специальностях, и с формулами вы столкнетесь. И самое плохое, что вы сможете сделать для себя, как для инженера в будущем, это сказать себе, что вы не собираетесь их понимать.
Даже если вы не понимаете сами формулы, тезисы, стоящие за этими формулами, предложения, утверждения простых людей, сформулированными простыми словами, вы обязаны понять. Это позволит вам осознать, что, собственно, происходит в этом самом, в этой самой строчке книги, или в этом самом утверждении, или в этой самой части программы. И еще правда – это то, что в работе требуется знание абстрактной математики. Да, мы будем проходить, и вы будете изучать более сложные сферы математики, абстрактные, так называемые, то есть математика, направленная на саму математику. Это теория чисел, это общая алгебра, теория групп, это дифференциальная геометрия и прочие пока что непонятные вам термины, которые действительно сложные, и они больше относятся к философии, то есть к науке о размышлениях. Тем не менее, они позволяют вам увидеть скрытые закономерности в несвязанных друг с другом физических областях. И этот навык увидеть скрытые закономерности в несвязанных друг с другом областях очень высоко ценится среди ученых, среди работников. И, например, использование результатов исследования волн морских в результатах анализа акций, что на самом деле является одним из способов сейчас, то есть уже открыто, что это можно делать, и это можно делать успешно. Вот эта связь между морем и акциями, ее необходимо было увидеть, понять и догадаться. И это заключение во многом упрощается, если вы понимаете базовые основы, лежащие за этими процессами, за этими случайными процессами образования волн и цен на акции. И для этого, собственно, и будет изучаться высшая математика. Теперь давайте вернемся к более простым вещам и расскажем, что, собственно, умеет и зачем, собственно, нужен выпускник нашей кафедры, выпускник или прикладной математик в целом, то есть не только нашей кафедры, а вообще прикладной математик. Естественно, как я сейчас вам описал, работа прикладного математика не заключается в том, чтобы сидеть и в размышлениях и смотреть в потолок, выдвигая гениальные идеи по спасению мира и спасению самолетов или еще каких-то примеров, которые я привел, или выпуску гениального продукта на рынок. Как бы нам ни хотелось, очень много работы связано именно с построением математической модели и математических моделей окружающего пространства, с их анализом и решением, то есть с поиском решения, то есть опять же с теми же самыми формулами. И для этого существует ряд инструментов, давно вам известных. Это языки программирования, то есть когда вы перекладываете монотонную работу с себя на компьютер. И поэтому в первую очередь прикладной математик — это программист. То есть это программист, причем программист, предметом исследований которого являются алгоритмы, структуры данных и системы анализа этих данных. То есть пресловутый data scientist, то есть это специалист по нейронным сетям. Это в первую очередь математик, специалист по алгоритмам и обработкам данных, то есть компьютерное зрение, способы кодирования музыки, способы кодирования видео, какие-то, вот я сейчас пытаюсь придумать наиболее приземленные тезисы, процесс распределения информации по серверам хранения данных, процесс помехоустойчивого кодирования, процесс аутентификации пользователей. Все эти задачи — это в первую очередь математические задачи, потому что в первую очередь вы должны предложить алгоритм, как именно идентифицируется пользователь, как именно решается, куда положить тот или иной файл, как именно решается, какой именно файл скачать. Соответственно, и у нас наше обучение во многом будет сосредоточено на языках программирования и на базовой теории программирования. То есть мы, естественно, будем программировать и на плюсах, и на питоне. Возможно, кто-то из вас возьмет факультативно занятие программирования на языке C, это не то же самое, что плюсы. Кто-то из вас, возможно, решит изучить Java как язык программирования или другие языки программирования, ориентированные на другие задачи. Тем не менее, само программирование по себе, то есть как при помощи компьютера решать задачи, это важный навык, и ему мы будем учиться в первую очередь. Кроме этого, мы будем учиться работать в команде.
То есть вы как специалист должны работать с системами контроля версий, если вы программист. Вы должны работать в команде с распределением задач, уметь управлять своим рабочим временем, уметь взаимодействовать эффективно со своей командой, уметь презентовать свои результаты, уметь прикладывать свои результаты в конечный продукт предприятия, в котором вы будете работать. Кроме этого, вы должны, обязаны на прикладной математике владеть базовыми знаниями по, собственно, этой самой прикладной и абстрактной математике. То есть это дифференциальный функциональный анализ, линейная алгебра и загадочные пока что для вас теория игр и теория оптимизации. То есть мы будем разбирать, как работают наиболее востребованные сейчас и сложные программы. Например, существует такая программа SolidWorks, процесс оценки распределения тепла, в которой построен при помощи прикладной математики, конечно, разностных схем, если быть точным. И этот процесс, сама функция этого процесса на один компьютер стоит 40 тысяч долларов в год. То есть, чтобы посчитать что-то, как растечется тепло на вашем компьютере, вы должны заплатить такую сумму. И это только одна функция из многих, каждая из которых стоит очень больших денег в год. И это как бы признак того, что эти знания и эти навыки сильно востребованы. То есть существует целый спектр задач, в которых эти навыки нужны, компаниям реальным они нужны, и они готовы за них платить. Они готовы платить за них большие деньги и за программу, и за специалиста, который с ней работает. Кроме этого, существуют целые компании, которые построили свое существование на математике. Это небезызвестный вам группа Mail.ru, это небезызвестный вам Яндекс и точно так же широко известный в узких кругах лаборатория Касперского. Это компании, алгоритмы поиска данных, алгоритмы внутри которых, то есть вот само слово алгоритмы, является их предметом бизнеса. То есть это то, из-за чего они вообще существуют. В Яндексе это алгоритм управления беспилотными автомобилями, алгоритм поиска, алгоритм обработки изображений, алгоритм склеивания изображений в панораму вокруг вас, улиц, алгоритм предиктивного, то есть предсказательной загрузки результатов вашего поиска. То есть вы только ввели поиск, а он уже загружает, знает, на какие ссылки вы кликните. Это алгоритмы подсказки видео, алгоритмы контекстной рекламы. То есть один из основных бизнесов Яндекса — это контекстная реклама. Точно так же, как для Google и для Facebook. То есть и математика является предметом бизнеса для этих предприятий. Это не маленькие предприятия, мягко говоря. То есть это области, в которых, соответственно, наиболее востребованы наши выпускники. И в других областях, физических и естественных, мы их как бы не коснулись, подразумевая, что это само собой разумеющееся, но решение физических задач, решение прочностных, опять же, задач, решение электрических цепей — это огромная задача для прикладной математики, когда нарисованные в физике схемы на практике оказываются неидеальными, когда резистор оказывается еще и индуктивностью, когда конденсатор оказывается еще и резистором и так далее, когда провода имеют сопротивление, разное сопротивление, когда электромагнитное поле распространяется через разные среды, попадает в разные среды, где нужно вычислить потери, количество потерь тепла. Все это очень и очень важно, и в первую очередь это задача математика. То есть подведем итог. Прикладная математика — это наука о том, как, собственно, приложить свои знания в логике, алгоритмах и обработке данных, приложить их к простым задачам бизнеса в самых разных сферах и областях. Соответственно, где-то с четвертого курса, то есть с конца бакалавриата, выпускник, уже обладающий набором инструментов, то есть бакалавриат-то что такое? Это передача вам пояса с инструментами. То есть вы получите свой шуруповерт, свою отвертку и свой молоток и сможете ими в будущем решать уже в той фирме, в которой вы пойдете, свою задачу. Будете вы ими решать задачу торговля ценными бумагами или будете решать задачу расчета
распределение тепла в системе охлаждения персонального компьютера, это как бы уже зависит исключительно от вас. Наша задача — передать вам эти инструменты, научить вас программировать, дать вам практику в этих фирмах как раз и обеспечить вам базовые навыки, чтобы вы пошли и работали в этих компаниях и решали эти творческие, в первую очередь, интересные задачи. Магистратура — это небольшое развитие бакалавриата, когда кроме инструментов мы вам сразу выдаем и типовые задачи по вашему профилю. То есть вы учитесь непосредственно решать задачи компьютерного зрения, либо решать сложные задачи оптимизации. Уже работаете на втором курсе магистратуры на предприятиях, которые с этим связаны. У нас очень широкий спектр, так сказать, знакомых. Мы работаем и с предприятиями космической сферы, и с предприятиями авиационной сферы, то есть самолеты и спутники — это постоянные потребители задач математики, и с Российской академией наук, с ее институтами, например, с Институтом океанологии или с исследователями, которые изучают популяции животных, с Россельхозом, которые исследуют распространение лесных пожаров и прочего. То есть это все прикладные задачи, которые уже отвязаны немного от сферы IT, но все еще привязаны к прикладной математике. И если вы хотите, уже выбрали какую-то для себя специализацию, магистратура вам позволит, во-первых, познакомиться с этими компаниями, познакомиться с вашим будущим работодателем и решить, уже начинать решать те задачи, которые вы у себя в голове фантазируете. То есть у вас будет возможность не искать работу под... То есть не править свои интересы под свою будущую работу, а искать уже работу, высокооплачиваемую работу, под ваши интересы. Кто-то мечтает в космос полететь, кто-то мечтает песни писать, а вот кто-то мечтает разрабатывать роботов, разрабатывать системы компьютерного зрения или чего-нибудь такого, синтезаторы речи, искусственные интеллекты. Кто-то мечтает быть брокером и воплотить, так сказать, свои финансовые мечты в жизни, у всех разные стремления. И у нас достаточно большая лаборатория, в том числе по цифровой обработке сигналов. То есть в первую очередь это компьютерное зрение или сбор данных и анализ данных с различного рода сенсоров, что тоже сейчас очень востребовано, особенно в связи с бурным развитием беспилотных транспортных средств, когда в качестве сенсоров окружающей обстановки у вас выступают и радары, и лидары, и оптика, и инфракрасные, и ультразвуковые датчики. Полный спектр датчиков пытается дать программе максимум информации для принятия правильного решения о безопасности движения. Соответственно, наши специалисты, вот примеры работ, над которыми работают наши специалисты прямо сейчас в разных компаниях. Это совместно с Сколтех и Мегафон, и МТСом, извините, идет разработка базовых станций и отечественных базовых станций. Может быть, вы не знаете, но базовые станции сотовой связи сейчас производятся всего тремя компаниями в мире. То есть всего три компании, они друг не делятся ни своими результатами, ни своими продуктами. И, соответственно, развитие конкуренции на этом рынке даже для сторонних стран, там, для Китая какого-нибудь, очень политически важный шаг. И главное, очень важный шаг с точки зрения экономики и развития. Развитие техники, то есть теперь появление там станций LTE по России будет ограничено не способностью производства завода в Китае, одного единственного работающего на весь мир, а появятся альтернативные железки, которые можно будет ставить, и в деревнях появится такая связь. Соответственно, целый набор программного обеспечения, то есть сами сетевые протоколы, сами протоколы передачи данных, сами базовые станции, они должны быть совместимы с другими стандартами и, тем не менее, быть разработаны. Кроме этого, сам Сколтех уже полгода ведет разработку стандартов 6G связи. Соответственно, наши выпускники там активно работают по решению задач многолучевого приема, по решению задач ортогонализации разных устройств, то есть для того, чтобы снизить интерференцию, чтобы устройства могли работать на высоких скоростях. И уже есть результаты по сетям 6G, то есть в том числе наши выпускники участвовали в том, чтобы создать тестовую базовую станцию, которая достигает скорости загрузки на мобильных устройствах там до, по-моему, до 100 гигабит.
то есть на мобильный телефон. Кроме этого, естественно, во всяких Яндексах, и Сбербанк сейчас активно в это вложился, выкупает просто специалистов, это разработка систем компьютерного зрения, распознавание лиц, голоса и синтеза речи. Те из вас, кто уже ходил в Сбербанк за последние 2 года, могли заметить, что сейчас там идет идентификация пользователя по биометрическим показателям, которые раньше нужно было ходить, фотографировать отдельно, а сейчас они фотографируются на обычный планшет. То есть Сбербанк уже своих пользователей распознает по лицу. И это считается более надежная система, чем спрашивание у вас паспорта и всего остального. Вы можете прийти в Сбербанк и все свои действия со счетом произвести по форме своего носа, так сказать. Кроме этого, всевозможные голосовые помощники и синтез речи, сам творческий синтез речи, чтобы не я вам сейчас рассказывал эту информацию, а робот вам рассказывал эту информацию, а вы бы даже не догадались, что перед вами сидит робот. Тоже технология завтрашнего дня и технология, над которой сейчас уже работают программисты и математики. И самое главное — это разработка систем управления беспилотными транспортными средствами. Это и транспорт, и это и грузовые поставки, то есть, грубо говоря, дроны, которые развозят пиццу, и автомобили. Прямо сейчас вместе с КАМАЗом и с Колтехом, в том числе наши выпускники, готовят к запуску пилотные проекты по беспилотному маршруту грузового транспорта по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме этого, параллельно с этим наши же специалисты и математики вместе с Почтой России решают задачи доставки почты в удаленные регионы при помощи дронов, автоматизированных дронов, которые должны садиться на подзарядку, должны доставлять грузы и письма. Сейчас это делается при помощи дорогостоящих вертолетов, и, соответственно, финансовый и выигрыш в этом очевиден. Кроме этого, фонд перспективных исследований, который тоже является крупным покупателем, так сказать, математиков и творческих работников в сфере IT и технологий, развивает технологии воздушных такси, пытаясь получить какие-то результаты совместно с Hyundai, с группой Hyundai, получить какие-то результаты для того, чтобы осуществить мечту южных корейцев, которые собираются в течение 5 лет запустить более 40 тысяч дронов в Сеуле. Соответственно, партнерами зарубежными являются эти самые корейцы, и в том числе партнерами у нас являются и зарубежные компании, нанимающие просто банально программистов. Это Microsoft, Cisco, Huawei и другие. То есть здесь только те, которые собрались, те, которые удостоились упоминания в презентации. То есть карьерный выбор тоже достаточно широк для математика-программиста широкого профиля. И на этом я хочу закончить свою презентацию и, возможно, ответить на вопросы, которые у вас появились. И самое главное, перед тем, как я закончу, я хочу еще раз проговорить, что прикладная математика, то есть подытожить, так сказать, это совокупность знаний по применению математики как таковой к прикладным задачам посредством чаще всего программирования и размышления. То есть это, во-первых, творческая работа, во-вторых, это работа программиста в чистом виде. Естественно, программисты бывают разные, то есть я хочу вам сразу сказать, что программист — это, знаете, такое понятие, как инженер. То есть программисты, пишущие сайты, есть программисты, которые работают над компьютерным зрением математики, есть программисты, которые пишут интерфейсы, есть программисты, которые пишут компьютерные игры, есть программисты, которые пишут сайты, есть программисты, которые пишут базы данных. То есть сфера программистов, и микроконтроллеры, например, тоже пишут программист. То есть это общее собирательное слово. Естественно, мы не говорим про всех программистов. Мы в первую очередь про программистов, предметом работы которых являются алгоритмы, данные и операции с этими данными. Вот, на этом все. Спасибо за внимание. Возможно, есть какие-то вопросы? Хорошо, если есть вопросы, можете задавать их в комментарии. И будем рады видеть вас для решения задач завтрашнего дня, видеть новых специалистов у себя. Появился вопрос все-таки. В этом году в магистратуре добавили
Ну, здесь, знаете, это вопрос, это очень странный вопрос, потому что в первую очередь принимать решение, перед тем, как я на него отвечу, естественно, у меня есть на него ответ, тем не менее, поясню, почему это странный вопрос. Потому что принимать решение о своей дальнейшей судьбе и о том, на какую специальность вы хотите пойти и чем вы хотите заниматься, это в первую очередь вопрос к вам. Я не могу вам сказать, что если вы раньше прошли 4 года на обучение лепки из глины, вы не имеете права поступать к нам в магистратуру. Мы вас подкараулим у двери, свяжем и не пустим дальше. Ну или еще что-нибудь с вами сделаем. Нет, конечно, это не так. В первую очередь, отвечая на ваш вопрос, в магистратуру по прикладной математике должны идти люди, которые хотят заниматься программированием в части бэкэнда, то есть обработка и анализ данных и массивов данных, и люди, у которых уже есть четкое это или, то есть это первый тип людей. Второй тип людей, возможно, среди вас есть такие люди, заинтересованные в абстрактной математике и ее развитии, то есть в развитии современных инструментов. То есть, например, может быть, вы мечтаете написать новый алгоритм для обучения нейронных сетей. Или вы мечтаете разобраться, как именно происходит процесс передачи тепла в смешанных твердо-жидких телах. Или вы мечтаете разобраться, как именно выращиваются кристаллы в невесомости. Вот это все, это да, это тоже прикладная математика. Соответственно, этим людям обязательно нужно идти. Еще кто может пойти на прикладную математику, это люди, заинтересованные в высокотехнологичной работе, в творческой высокотехнологичной работе в области программирования, так сказать, просуммировав все. Хорошо, да. Всем спасибо за внимание. До свидания. Надеюсь, это видео было для вас полезным.